Выставком. Галерея «Ленин» в гостях у фотоклуба. Представляют победители конкурса зрительских симпатий, молодых авторов, недавно взявшихся за фотоаппарат. Что из этого получилось, видела наша съемочная группа. Интерактивный проект «Выставком» объявили в интернете. Из 400 работ, которые принесли в галерею «Ленин» непрофессиональные авторы, лучшие в течение месяца выбирали сами зрители. Клеили лайки прямо на снимки. Это потом уже в оценке участвовали профессионалы и сами авторы. Мнения разделились. Это 12 снимков, ставших победителями конкурса. Формат печати 70 на метр. Вообще это не выставка фотографий, это не оценка профессионального качества или там, умения фотографов, а разговор о том, как мы выбираем музыку, литературу, поэзию, картины, фотографии и так далее, и так далее. Ну, в общем, самое главное, чтобы выставка вызывала тему для разговора. За яблоками в красном путь в бесконечность, колесо 69, синий прямоугольник и рыбьи головы на доске. Здесь оценивали даже не композицию и цветовые решения, а некий нарратив, авторский взгляд на мир. Это фрагмент Екатерины Клочко, один из первых ее удачных снимков, сразу полюбившейся публике. Я в течение месяца искала какие-то интересные фрагменты и вот нашла фрагмент циркулярной пилы. Но я не знала, что это циркулярная пила. Потом мне объяснили уже мужчины, что это. Бутылка, чайник, мандарин – это единственная картина среди фотографий. Так сразу и не поймешь, что это – кич или эксперимент. На самом деле, то, что кажется отпечатком, воплощенный в холсте и масле – фотореализм. Было желание воплотить, что ли, как сказать, попробовать или испытать, насколько возможности человеческие могут приблизиться к фото или сделать еще даже лучше. Из 11 авторов выставкома примерно половина – члены фотоклуба. Здесь каждый месяц свои конкурсы на реализацию темы. То, что сегодня попало на выставку, заставляет говорить о новых трендах в фотоискусстве. Мы начинали с классической фотографии. Сегодня, видимо, действительно жизнь, такое многообразие современной жизни заставляет уже авторов искать другое. Даже сами организаторы выставкома понимают всю субъективность выбора. Поэтому выставкой точку в проекте ставить не намерены. 100 снимков из тех, что не вошли в финал, лежат тут же на столике. Может быть, кому-то из зрителей они покажутся лучшими.